Следующий аромат – это не новинка этого года, но я безумно влюблена в этот аромат и считаю, что он просто должен быть у каждого в летнем парфюмерном гардеробе, особенно когда стоит погода 35+, духота, жара невыносимая, и ничего обычно в такие дни не хочется, но все-таки есть ароматы, которые можно, стоит использовать в такую погоду. Это акватические ароматы, такие, например, как Nordic Waters. Этот аромат вышел у нас 2 года назад, я в него сразу же влюбилась, потому что это невероятное сочетание цитрусовых нот, лимонной эссенции, лепестков жасмина и молекулы каскалона, которую, ну, я просто обожаю. Очень давно в Oriflame была туалетная вода желтенькая, их было 3, зелено-розовая и желтенькая. Там была тоже как раз желтая вода с молекулой каскалона. И я, когда ее услышала, я влюбилась, потому что вот эта молекула, она дарит такую свежесть, вот как глоток действительно свежего воздуха в духоте. И если вы будете наносить этот аромат именно в такую погоду, вы будете всегда ощущать прохладу, свежесть, легкость, и это работает на 100%. Поэтому обязательно рекомендую, я считаю, это самый водный, самый свежий аромат в компании Oriflame. Абсолютно.